Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и смотрите продолжение партии за Майя на десятерых в Sid Meier's Civilization 6. Корпорации монополии, варварские кланы и случайные технологии. А карта Пангея? Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании и прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу, спасибо им большое за поддержку. А вам всем приятного продолжения просмотра. Ну слушайте, у меня сейчас должно быть, ну, сейчас у меня должно электричество подрубиться к лабам. 8000 денег. 303, а что так мало? Энергия. Прекрасный человек. Ну, в Поленке и в Йокибе нету, просто потому что... Как он достреливает. А нахрен с ним. Нету энергии, потому что просто нету зданий, которые бы требовали энергии. Если бы не хватало энергии, то он был бы красным. О, в минус пошло. Видимо, сейчас караваны сочные, да, идут, наверное. Я, наверное, так считаю. Угля у меня все-таки нет. Не хватает. У нас вроде они давно такие. А я что-то давно не смотрел, нажимал повторить. Так, ну, давайте проекты читать опять. Больше мне нечего делать. Легким паром. Тут можно аэродром построить, наверное. Вот сюда. Точно я хочу аэродром? Зачем мне два аэродрома? Ну, отсюда, в принципе, норм атакуется все. Ладно, поставлю. Ты что там? Смотри. Ладно. Сделку смотри. А, вот сейчас слышно, да? Ой, не, надо ремонтировать. А, нет, подожди, у меня вот ремонтирующий есть. Этот хай идет. О, ой, это я так ошибся. Говорится, одна ошибка, это ошибся. Дима, сделка. Так. Блин. Почему я такой невнимательный? Да мне мрамор продали, который я и так обрабатываю. Везде, знаешь, вот везде хотят обмануть. Скамели маланта получается. Тут еще много клеток не обработано. Просто везде хотят обмануть. Что за... Ну я больше железную дорогу, наверное, не буду строить. Капец, вы злые. А вы знаете, что я бы вот здесь сделал этот... С бабулей решили попрокитаться, да, у кого-то? Как его? О, у него уже самолет. Ничего себе. 137 с науки там. Ладно, этот читал, Вильгемина. Я читаю, у меня просто нет. То есть у него есть... Жуан, надо хотя бы почитать для приличия. А что это вот это вот... Это английские такие города не очень? Или это не все города просто? Ну я вот тут задействую, тогда он будет перехватывать. Так, пока стоим. Угу, вон куда он. Так, коня уберем. Майя, хочешь, тебе шпион продам? Классно, у него нефть есть.
Так, вот это, наверное, не будем пока открывать. Дарвил, а где алюминий поделишься? Где у тебя алюминий? Нет, Теха. Дарвил, а можно я узнаю у тебя, где у меня шпион находится? Так что, Дарвил? Я ищу. А то что-то у меня тоже тут сидят, подворовывают. Наверху. Наверху? Да. Далеко? Так тебе твой шпион нужен? Не соря, что за него хочешь. Автомобиль. Что? Казну твою. Нет, это слишком дорого. Да, блин, всех поубивали. Сюда верну. Там есть что обрабатывать. Он так еще на две техи обгоняет. Желан. Всего на все на две техи. Почему офигеть. Всего на всего? Нормально. Сейчас прикиньте, закончится конгресс, у него сейчас 207, он как улетит в космос, поэтому. Точно, мы же еще это... А что вы не снесете эти города просто? Которые... Они у вас, видимо, эти города. Какого у нас? Какие у нас? Я не знаю даже, где они. Какие города? Ну, которые культуру ему дают. Так, смысле, а культуру вы о ком вообще? Португальцы? Да, португальцы. Мы же ему банили, сейчас у него вернется. Да что у меня вернется? У меня было 220. У меня упало всего там на... У тебя было 260. Не было у меня 260, 220. А сейчас у меня 200. Вы мне снизили 20. Так. Значит, во-первых, ставим... Пятилетний план. Нас четверо. Потом либерализм, пожалуй. Потом республиканское наследие. А, что вот это у нас? Я понимаю, если... 25% золота на другом континенте. Ну, такое далековато. Вассалы, вот строевой устав точно поставим. Ну, наверное, содержание юнитов. Вассалы у нас не так много дают. А, блин, стоп. Ап юнитов же... я вот это надо. Так, значит, латника этого и одного построить надо. Так. Нужны ли мне шпионы? Я думаю, нет.
Я думаю, нет. Пригород, наверное, тоже. Кстати, строителя пока. Ну, вообще, не, знаете что, шпиона хотя бы к себе посадить. Я не думаю, что у меня кто-то будет воровать. Ладно, давайте шпиона. Строитель мне точно еще не нужен. Так, тут банк завершен, аэродром, военный лагерь, священное место. Это, мне кажется, уже ничего не надо. Ну, там топится. Ну, я не буду тут плотины идти. Многие не нравятся больше. Здесь хотя бы самолеты начинаются с бипланов, а не сразу с истребителей. Что-то не надо выводить, что он открыл истребители. Так, а нафига я еще одного военного инженера построил? А много они тебе без алюминия дадут, просто интересно. Кстати, это будет тоже интересный вопрос. По-моему, без алюминия их же нельзя. Угу. Алюминий сверху. Да я не про это. Не знаю, не чувствую я, что Майя, их бонусов достаточно, чтобы нивелировать их штрафы, честно говоря. Да нормально. Это куда из смотрящих вышел? Да, вроде бы. Я, наверное, взлетную полосу где-нибудь построю. Да, блин. Но он, кстати, смотрите, перехватил. Два раза. Короче, мне нужна нефть. Или, блин, уже терпеть до алюминия. Да вы... Ну, какого хера? Ну, это просто какой-то прикол уже с этими варварами. Просто трындец. Так, тут вроде как варваров убили. Блин! Броненосец! Да что? Шотландец мне очень любезно оставил. Отстроил полностью дампу, акведук, промзону. Промзону все в ней построил. Еще хватило построить этот, арену и амфитеатр. Ну, получается, сильно ты? Да нет, я просто не понимаю, почему он не строил. Тебе оставлял, ну ты же сам... Ну он заранее все продумал, да. Он знал ход наперед и вычислил вероятность, что ты к нему придешь. В следующий раз ты будешь его пушить, подумаешь. Или наоборот буст будешь, если он так оставляет все тебе. Ну когда человек тебе в лицо город ставит, как я уже говорил. Ясно, но я так же сделал деду. Нечаянно, правда. Еха, туша. Я в смысле, поставил ты его сюда специально. Наконец-то. Захватит все клетки, это я забыл, да. Это русский тренер. Дедушка, ты слышишь, он фактически признался, что вообще тебя не уважает. Так. Он далеко, да. Отнеси столицу, пожалуйста, Вильгельмина. Спасибо. Кто столицу? Ядерки выходят. Ничего. Кто вообще Хатусу видит? Кстати, а уран нашли? Я, да. Алюминий нашел, где нефть имеет. Нефть, по-моему, уже у всех есть. Что-то про алюминий разговор зашел, мне даже самому интересно стало, где он есть, я нашел. Нашел, молодец, получается. Лёша там как не в себя читает. Угу. Мне прям... Нет, это я Хатусу нашел. Понял. Дед, давай снесем Хатуса. Да, надо. Да блин, а могли снести до того, как я её найду? Ну, мы ее не сносили, потому что она только... Ну а как же потом? Можно просто...
Я могу просто объявить войну. Пошлите? Нет. Майя. А ты ее совместила? Она все равно в войне. Если он ее не перекупит, то можешь. Майя и так в войне, ребят. Ничего. Майя в войне? Да. О, реально. Ну так Майя ж не в войне с Хатусой-то. Не, она... А чего вы воюете с Францией, Майя? Мы не воюем. Я не воюю с Францией. С кем там воевать? С пушкой. Франции? С пышкой. Меня рисует, что с Францией. А с Вильгельминой... А можно скриншот для подтверждения? Да, можно, конечно, есть. Не буду же. А то что-то даже реально странно, не верится. Либо я тут интерпретирую... Блин, откуда у меня Губера выкинуло? Ты чего, по аватаркам не видишь? Да, вижу по аватаркам. Сейчас скину ветку. Где ветка? Отсюда? Вот что я вижу. Так это плюшка. С плюшкой союза, а война с этой, с Францией, как я и сказал. Нет, слева, снизу, это именно с тем лидером, который сверху справа. Реально я дебил просто. Мы знаем. Бывает, бывает. Прошу прощения. Ну вот, не сказали бы... Так, господи, боль. Какой он херней занимается? Убил военного инженера. Вот просто, чем человек занимается? Вот как вот, зачем мне с такими играть вообще? Он же не побеждает ничего, мир он не принял. Просто тупо сидеть меня раздражать. Кайф. Хороший вопрос. Я тоже не понял. Мы союз продолжаем или что? Да. Принимай, караваны по пусту ходят. Ага, вот оно. Сейчас увидим, есть ли у нас алюминий. Если нету, то я не знаю, что тут делать. Так, подождите, я хотел нефть. Пока. Я ты тоже глянь. Да, я не хочу кудриремой атаковать броненосец. Что с Хатусой будем делать? Так убивать ее надо, что вы делаете? Что вы спрашиваете? Я против. Ну просто думал, ну типа у нас, да. Мы же тоже бонусы получаем. Может тогда войну бьешь, Майя? Я понял, а почему? А почему только идет? Мне? Ну Майя и этому, и Жуану. А я Хатусу не нашел. А, что? А можно по отношениям посмотреть. А, ты хотел тебе с Хатусой такая? Подожди, я не понимаю, русский 424, у меня 455, но войну объявлять мне. Но я читаю, а ты нет. Что ты? Читал я. Ну сейчас посмотрим. Ну это твои слова такие, нет, понимаешь? Нет, читал. 17. Нет, не читал. Я уже молчу о том, что я еще раз повторю, у русского там миллион городов, а я как поставил свои в шести клетках, так и все. Получается, надо сносить русского. Получается, надо сносить русского. Кто поможет? Кто будет? У него там 5000 золота, 6000 веры, удачи, 400 науки и почти 300 культуры удачи. Кто там хотел русского сносить? Я причем не хочу воевать, напоминаю. Ну, конечно, не хочешь. Понятно. Ты что, Вьетнам так еще нормально что расселился? Лидер, да? Но лидер это не я. А кто? Майя? А вот эти, Дарвил, вот эти Тамар и Визео грустные города, это из-за ресов? А нет, что случилось? А, это у меня из-за союза столько науки было, вы о чем вообще? У меня союз упал сейчас с этим, с Вьетнамом и все. Ну так и у нас тут союзы есть. Вьетнам, мы будем тимиться дальше. Я бы потемился, потому что приятно. Догонять надо, согласен. До ядерка еще не дошли, вот там можно будет поговорить. Русский, не трогай артефакты, пожалуйста. Хорошо. Кстати, еще не открыл естественную историю.
потрогал. Один потрогал только, но у меня опытностных вообще не было, а мне нужно было для АПА. Ну вот возле Ютики это мой где-то. Пять послов. Может отправить в золотые ГГшки? Кстати, ни одной этой нету. Священочки. Полечить надо. Самолетик. Понял, плотину можно было по 80 веры покупать. Прикольно. А у нас есть этот, что ли? А где монета? Монета? У вас не знаю, у меня есть. Валета. Нет. Я тоже не видел валета еще. Нифиг. А я Хатусу не видел. Тумя с чеченицы. Ну, только если португалец получается. Я тебя попросил, не прыгать артефакт. А я ничего не сделал. А, чё? Ну, ты же зашёл на него. А, нет, я его не копал, я думал, он не дошёл. Сейчас забирай. Ну, что, спасибо. Я даже не знаю, куда мне отправить. Тут, во-первых, деньги у всех мало. Дает монаха с одним повышением, ты понимаю. О, 224, ладно, попробуем в Монпелье поворовать. Полезно? Полезно, прям капец как сильно. Подожди, я поставил на уголь, все равно так мало дает. Вот эту, кстати, можно убрать. Не, подождите, я могу этого апнуть. Но это нефть будет тратить. Ну и нормально. Подумаешь. Пока одно будет. А, так, что мы поставим? Содержание юнитов просто. Или вассалы. Я бы вассалов поставил. Я за этот ход 15 очков получил. Эпоха? Да. Так, ну должны вроде как этот броненосец уничтожить сейчас. Ну чё, я ставлю на то, что у меня алюминия не будет. Кайф сделал себе в городах по плюс 3 довольства. Приятно. У меня стольный плюс 7. Ладно, везде в остальных местах были. У меня нету. У меня, во-первых, ни одного развлекаловки нет. Ты смотри, повезло. Так, вот сюда бежим. Как мне вообще по счастью плюс 2? Слушайте, а самолеты вообще лечатся? Ой, интересно, что он все начитывает. Так. Да. Почему я так думаю, нам не усрался никому. Где у нас алюминий еще есть? Ну, не знаю. Типа говорить только за себя, да? Можешь выкупить его, если хочешь. Если бы я бы его выкупил с радостью, чтобы всем утереть нос. Ну, как бы у меня тропических клеток нет слова совсем. Фак, и как мне получить? Что там? Там, а, там тысяча. Просто. Это не тот, я перепутал. У нас нету там, который клетку добавляет. Такой, ну, а этого я выкуплю. Жаль. Там где-то хороший ученый, конечно, забрал на тропике.
Так что еще за три хода такого можно построить? Ты что ли, золотой? Мне бы так. В этот не пролететь. А. Шпион. Аэропорт. Я, наверное, буду покупать сразу, как только у меня алюминий. У меня алюминия будет только по 2-3 штуки, получается, да? Да, гранату кто-то убивает. А кто? В конце игры. Гранату? Ну, тебя жаль, косары стоят. Я гранату не убиваю. Ты что, португалец, ты ее забираешь? Да. Зачем? Там нефть. Подожди, у тебя вот нефть. У тебя просто нефть. У самой гранаты нету нефти. Нефти. Так, слушай, мне очень не нравится забирание гранаты, потому что ты оттуда на меня можешь напасть. Я просто тотально против, что ты заберешь гранату. Как же классно иметь один алюминий на 14 городов, вы бы знали. А сколько у меня алюминия? Хотя нет, не говори. Не вижу. Да у тебя дофига алюминия, ты забрал целую. Я лично вижу нефть, единицу. Нефти ни хера нету, угля не... Ой, угля ладно, есть. А, алюминия нету. Я же так же могу город поставить в твою сторону и оттуда. Ну, я и тоже, способ. Тоже, ну... Сразу объявление какая, войны будет. Какая разница, граната? Есть она или нет? Ну, хорошо, я тебе по-другому скажу. Захват гранаты, постановка города в мою сторону еще. Это объявление войны тебе. Нет, я в твою сторону город не буду смотреть. Что? Может, лучше писать тебе? Я говорю, я в твою сторону город ставить не буду. Ну и гранату, пожалуйста, не забирай. В ней нету нефти, тем более, и там надо клетки выкупать. Рюски, мы продолжаем? Да, а у нас с тобой союз был или дружба просто? Союз вроде. Не, по-моему, дружба у нас с тобой была. Ладно, окей. Какая разница, спасибо. Да, да. Договорились. Я нападать не собираюсь пока. Пока. Ну, спасибо за оговорочку. Ну, этот лечит себе план. А почему тот не лечился? А кто там сказал? Майя, что я гранату забираю. Голландец, да? Я не говорил. Что, спросил, что? Что происходит с этой гранатой. То есть ты хочешь сделать меня теперь козлом отпущения, да? Просто козлом. Ждаю. Так, это я его вот сюда надо везти. Ученый. Кто ты? Не хочешь куда? Забирайте там ученых. А нет, все забрали же, кого еще забирать-то? Ну, выкупить можно следующего, что там ни у кого. Такие классные ученые. Там идет класснее, мне кажется, все остальные на него держат, но оставшегося. Я думал, тут лабу построил уже. Так, нам нужен археолог. Как все потаяло. До сих пор никто оркестрение не изучил, смотрите. Так никто не хочет улетать, все хотят остаться на земле, в мире, и... согласие. Я просто никто не хочет ядерку в лицо получить. Ты нашел это ракетостроение, да? 510. У нас, кстати, термоядерки тут запрещены. Так что только если ядерки получать в лицо.
тебя меньше науки, чем у нас, у тебя 440. Ну, с тех у меня меньше открыто. Может, у Вьетнама алюминия купить? Так, а за все домики в здании для губеров дается же этот... Чё Вьетнаму-то? Мы с ним вообще даже не соседи, не рядом. Блин, я тут на нормальный век смотрю, читаю. Забирайте ученого. Крутите барабан. Угу. Франция, вот он, Нидерланды. Не могу забрать. У нас же хост француз, по идее, он будет забирать. Теперь вот Нидерланды. Сейчас англичан следующий будет брать. Нет? Кто-то выкупил сразу? Или что-то резко скакнула цена? Это новая эпоха. Понял. Так, а где у нас вид? Нам. Вьетнам предложение. Вот что значит иметь хорошую тельту. Так, давайте, значит, строить и купить. Ты, короче, пользуешься своим положением, да? Ну, да, тебе продавал, я не только. Вот теперь другим продаю. Ну, дашь спорить. Хочешь, и тебе продам, если хороший. О, человек. Какие красивые. Франция, сделка. А что он продает? Дошел до Новгорода, тут такие красивые тундры. Где Новгород? А. Вы Новгород продаете? Очень мало только. Нет, показываю. Красивая. Кого? Ты на что город поставил? В смысле, на что? На какой редкий ресурс? А, это Василий. Жен. А, да, там Василий на одну клетку. На ванне. На две. Ну, давайте промышленную зону здесь поставим. На плюс 4, почему нет? Изначально-то было больше клеток, понятно. Там райончики появились. Так, куда нам дальше? Компьютеры уже бессмысленно, мне кажется. Ну, у меня просто тут слишком слабенькие. Да тут уже затопило все, в общем-то. Все затоплено. Да, и тут еще вот эти клетки, ну и нафиг. Да они компьютеры куда-то ведут потом. Ладно, давайте расщепление ядра. Посмотрим, нам уран бы еще найти. У нас термояд запрещен, да? А, он вообще... Люди голосовали так, да. Это у себя он должен быть, блин. Только два человека согласились на термояд. Я его нашел. То есть только они могут... Нет, никто не может. Вот это понимаю логика. Слушай. Таким макаром можно тогда сразу в них термояд запустить и все. Вы не можете. Ну и по ним, значит, тоже могут. Могут только те, кто согласился за него. Его производить не могут. Так интереснее. Можно в них... Соответственно, тоже любые могут запускать. А ты все, чего? Кого... Не-не-не, давай бери. Ты против термояда. Ты сидишь в термояда. Ну, вот мы друг в дружку можем. Бля, что избирательное право по пути в коммунизм?
такая же конченая на самом деле ветка развития. Так, самое интересное расщепление ядра вот, а где само ядро? Да, там есть спойлер небольшой. Он не спойлер, а как? Есть нюанс. Нюанс, во, правильно, ага. Чего-то в этом уравнении не хватает. Я вот думаю, поставить карточку, которая дает 144 промки, но отнимает 34 довольства. Ты что, наверх, что ли, грохнулся? Так, ну-ка, сколько это будет сейчас? По-моему, следующим ходом обновится 123, как у нас будет вокруг. Так, пошли. Еще селитру обработаю. Ну, в принципе, тут все обработано, что я хотел. Мне бы еще, конечно, армии. А, так мне надо два корпуса сделать. Точнее, купить просто. Давайте корпус полевых пушек. И корпус ПТ-команд. И где мобилизация? Я там говорю, что у тебя алюминия на сколько вот городов? Здесь. Один алюминий на все города. Ну, блин, я хочу сначала в коммунизм. Я тоже. 14, сколько там считали уже? У меня, по-моему, 18. У меня тоже один алюминий. Канализация везде по одному ходу? Нет, два. Вот тут один. И 4 канализации надо. О. Интересно, что будет по урану. Ускорим избирательное право. Ну, у тебя нефти много. Или это города этого? А вот где у нас уран. Ну, три армии. Это я сделаю. Рядом, там, надо... Вообще надо просто открывать. Да, щит, не очень все стоит. Ты опять замет? Да. Я без понятия. Без разницы тоже все, без разницы. Давайте замет, ребят. Ну или подожди сейчас, что там еще есть? Там дипломатии никто не побеждает. Нет. Интарь. Да, можно и дай. Наверное, у всех вообще есть. Нет. Почти. Ты мне дашь майлайф интарь? У меня, по-моему, а что обрабатывается только 4 из 11 штук? Это как вообще, что за магия? Угу. Ну, не стоит там городов рядом, видим. Ну, да, и серебро тоже. Ну, я за янтарь проголосовал, короче. Не знаю. Почему он тут там пытался проголосовать? Такой же эффективный. Давайте... Тут как Франция заберет инженера, надо будет глянуть. Сейчас он читает даже на этого инженера почему-то. Никому там не надо очки снижать. Там это все у нас все рядом, давай, чё? Ну, нету смысла полководца, мне надо уже следующего, там для атомной эпохи. Для нового времени эпохи атома. Да, они оба читают, что она, что жила. Кто читает? Майя. А, эти? Соревнующиеся люди? Да у нас тут просто, знаешь, холодная война такая. У тебя в Иерусалиме библиотека стоит, она тебе нормально? Там не только библиотека. Разве? Да. Плохо смотришь. Ну, по-моему, только библиотека. Нет. Ну, не верят, там не видно. Плохо смотришь, говорю. Строится. Ну да, но он не построил. Нефть и куча у русского.
Надо у русского нефть купить, наверное. Хотя мне деньги тоже нужны. Еще уран бы открыть. Ну, вот, на 9 очков. Так, а что по количеству тех? Жан, я не знаю, что ты тут молчишь. А, вы смотрите, Жан вкинул в себя. Доп дип победу Жан в себя вкинул. 10 очков. Нет, в смысле, я знаю, что это не запрещено, а потому что, ну, типа, присмотритесь к нему. Смотрите, какой он внешний, хороший. У меня город отваливается внезапно. Так, купим еще корпус ПТ-команд. Да, я тебе говорил, у тебя город отвалится, что он выплыл, сказал еще. Давай же, жить мирно, Шуан, не заставляй меня еще флот, пожалуйста, строить. В смысле? Давай мы ты попробуй. А? Вот ты сказал там, что типа сейчас после союза собираешься на меня нападать. Не буду на тебя нападать, господи. Он бдительность усыпляет, не верь ему. О, вы воюете? То в том-то и проблема, да. Кагнор, сколько я фактов успел накопать? Это плохо? У тебя? Или хорошо? На твоей цитой один. Нет, вообще за все. Два. Это замечательно. Для кого? Или три. Два или три, не больше. Исследовательские гранты, гавань, аэродром. Тебя, да? Так, пошли, это короче. Просто такое страшно стало. А, ну вот принципе, так. Я думал, через ракетостроение, ладно. Пошли, уран откроем. Куда? Какой город? А что потом после компьютеров пластмассы? Спалил, получается, англичанин хотел снести тут по-тихому на всех. А ты мне даже интересно, в какой флотоводе. Что с ураном? У русского уже ураска. У русского уран капает. Англичанин, ты куда плывешь реально? Кем? Хочу полить. Да должен. Да вы прикалываетесь, я только что. Ну, после фразы в какую ГГшку, наверное, там чел, который. Должен находиться просто на клетке другой вражеской. Сложно догадаться. Что это за прикол? Я тут не мог ее активировать. Видишь, тут и не справился с тем, что. Наверное, вайтхаю. То есть у меня плантации не работают, и похоже. Ну это бред просто. А я так понимаю, что у нас вот это море, тут только мы с тобой, прохода ни у кого нет. Сейчас, подожди, культурный тагон. Че, где? Я так понимаю, а нет, у Дайвера это. Там. А, ты про Валету, где находится, вот на этом море? Да-да. О, кстати, расставили льду, теперь я могу ходить, тут тоже. Классно. Предлагаю, типа, ты у себя там подлодочку поставь, а я у себя тут снизу подлодочку поставлю. Давай. Где они, кстати? Лодочки. Одно дно, так хрень полная какая-то, вот это. Так хренью занимаемся. Но она там что-то дальше требует. А, нет, она пустая. Нет, нормально. Да, что-то подтыкался. Можешь почитать потом, сказать, типа я перепутал, не то кинул. Да не, она на одну клетку упала еще, вы не видите, что ли? Так, демократию пока не берем.
Скоро уже уголь будет заканчиваться. По-моему, первый раз вообще в жизни строю стены возрождения. Зачем? Так, пробуем деньги тырить. А зачем ты его строишь? Они туризм дают. Нифига себе, только сейчас это понял. Кагуану нашел, ура! Ты уран нашел? Кагуану. До урана еще 6 ходов. А где мобилизация? Она очень близко. Ну ты мобилизацию не открыл до сих пор? Ну да. Странно. Сразу после ядерных программ. Так, а что я вообще хочу? Ну, самолеты я только в двух городах могу строить. А он тут разграбил? Даже не разграбил. План задействовать следующим ходом. Вы знаете, что я бы, наверное, давайте здесь. Ладно. Так, построим. Россия первая исследовала ракетостроение. Все очень рядом по техам. Сейчас Королёв пойдет. Гагарин. А никого не смущает, что у России был уран, а теперь его нету? Ну, у него был накопленный уран, теперь он не накопленный. Это значит, что он ядерки построил. Кого мне убило? Боже, как меня задолбали эти варвары, вы бы только знали. Ну, хоть тут лагерь убили. А, там подлодка. Ты там вход в это море задефаешь? Слышишь, голландец, а что это за читы с этим, с истребителем? Убери его отсюда. В смысле? Нельзя? Нет, конечно, можно поставить истребитель, чтобы невозможно было туда встать. Так это ж вроде нормально, нельзя что-то... Как его... Я думал, что нельзя, что это разрешено. Хорошо, я уберу. Вообще, я думал, что это разрешено. С чего бы это разрешено, если ты не можешь там юнитом проехать, если ты ставишь истребители? Там-то есть способ, что это она контролирует. Ну, это контроль точки, типа, да. Ну, контролируй точку, а обстреливай ее. Почему никто не сказал, что там прекрасный инженер идет? Тебе все скажи, ты сам захочешь. Блин, у меня ультанул камп. Не понимаю, у меня почему пишут, у меня тут три типа, я не вижу третьего.
А, один походил. А, я одного апнул, другим походил, понял. Посочувствую Макли, который читает и читает. А он там появился так? Англия, ты тут вообще нет? Да, он так появился. Да. Ну, сейчас решай затопить. Короче, тут, конечно, офигительные... Короче, Майя поломанная нахрен, мягко говоря. Во-первых, с плантациями. А во-вторых, можешь убрать пока таймер? Вот я взял этого ученого, который, ну, может посмотреть, Маргарет Мид. Дает 1000 единиц науки и культуры. Это надо в чужую цивилизацию отправить ее. Правильно. Вот кореец может видеть, что я сейчас держу этого ученого у него на впусание на кампусе. И мне пишет, я не могу... Они работают только на кампусе. Обсерватории и, ну, уникальные районы, они не кампусы. Ну, то есть это нормально? Да. Почему? Мне нравится, вы все кривые какие-то вещи в игре, типа, нормально, так сделали разработчики, нормально. Кампус заменяет, почему это нормально? Это не баг, это фича. Конечно, да. И плантация, замененная производством, фича. Все фича. Так, получается, Корея тоже не может, у нее же салон, например, да? Да. Ну, если это не кампус, тогда карточка не должна действовать. Кампус. Ну, там же на кампусы, блин. Все фича. А как оно в оригинале-то звучит? Может, там переведено как-то криво просто? В оригинале тут вообще про чужое не написано. Но я когда веду у себя, типа, его держу, он пишет, что должен быть в чужом этом районе исследовательском. Я не знаю, как конкретно там написано. Но там ничего не написано, что, типа, в уникальных районах он не работает. Все фича почему-то. Все кривое, что разработчики не смогли додумать, сделать. Все фича. Может, нажмете, поехали? Я смотрю, ну, общий счет эпохи Мои и Кагнора, мне же как-то грустно становится. А сколько у тебя? 151. Ну да. Но я боюсь, что золото я больше не выйду. Это даже интересно, сколько ты в сумме получил от великих людей? От великих людей 190 у него. Там же написано все. Нет, счет эпохи, сколько он именно получил. А где там, ты видишь 190 от великих людей, то где посмотреть можно? Там нажмите галочку подробности. В кого, по-вашему, русский будет ядерку кидать первый? Все уже сразу, русский ядерку кидает во всех. Ну, да. Этот... Ну, вообще, он вроде обещал... Послушай, у тебя было 5 урана, потом стало 0 урана. Ну, ядерки есть, но они для дефа, очевидно же, нет? О чем вообще? Ядерка для дефа, это интересно. Ну, да. Ну, типа, если сейчас вы мне объявите войну, я вас херану ядерки тут. Могу, а не надо. Да, слушай, мне прям даже интересно стало, подождите-ка. Блин, я не успел до конца таймера. Я тебе сейчас объявлю войну, жду ядерку. А я тебя не вижу. Так ты, получается, напиздюнькал, да? Да, ну, если кто метку поставит... А хотя нет, как мне еще донести до тебя ее надо? Не так. Вот именно. На конях. Ну, на чингисханских, твоих любимых. Да кто там у русского? Франция. Аккуратнее. Ты чё Франция? Франция ведь не одна. Я очень удивлюсь, если у меня уран сейчас будет, это честно говоря. У меня уже свой уран будет, так что типа... Во-первых, мы с ним в культурном союзе даже, мы с ним чё. Блин, кореец, ты утопил алюминий, да? А ты чё? Ты же кореец кидал же культурный, я же принимал его. Куда он делся? Раз уран. Просто там еще... Два уран. Три уран. Зашибись.
А, это... Все понял, ты не за меня. Это... Да, а, там у него арта. Да, алюминий. Ладно. Слоток. Мы спасали его всем селом. Так, как мне лучше поставить, наверное, вот сюда. Жалко денег. Тут этот алюминий никому не нужен. На продажу. Так, этот уран Держи. Уже добывается. Могу себе позволить. Так, мне надо ракетостроение для пусковых шахт. Вот теперь из-за твоего... Вот реально единственное смущает, что Майя, Родон только в лесах. Я не могу передвигать ну, юнитов также, а он мне также получит. Но у тебя вокруг все клетки. Нет, в том, дело в том, что без этого истребителя я могу пройти, а с этим истребителем туда клетку, на которую я мог только что пройти, я теперь уже не могу пройти. Ну как? Ты все три клетки у тебя закрыты? Не понял. Навес, я теперь не могу встать на овес. То есть только что я мог встать. Не можешь встать на овес, на котором нету истребителя. Да. То есть истребитель залучивает еще и все клетки вокруг? Он меняет схему движения, я не могу теперь сквозь него пройти, у меня теперь не хватает очков передвижения, чтобы встать туда. Ну, блин, ты, послушай, ты поставил истребитель на одну вообще клетку, окруженную горами, куда я мог встать, для того, чтобы грабить твой кампус. Мне оттуда просто удобнее стрелять. Я точно так же, видишь, я точно так же убивал эту пехоту, она не так не... Ну, ты убил пехоту, так в чем... То есть у тебя претензия, что тебе мало перемещения, ну, больше потрать. Вопрос был в том, что там ты вообще... Я вообще не могу пройти, вот там ты ставишь специально истребитель, что у тебя получается туда не зайти. Я сейчас специально выбирал клетку, чтобы тебе не мешать проходить, например, здесь. Хорошо, ладно. Я к тому, что это очень, ну, субъективно, понимаешь? Субъективно, ты себе одним истребителем лочишь одну клетку. Тебе нужна гуманитарная помощь в виде угля? Да, он мне не поможет. Спасибо. А то вроде гарантированные ресурсы, и в Англии обычно угля недостаточно, у тебя даже угля нет. Кстати, да, а у нас гарантированные разве ресурсы? Где гарантированные. Там алюминий? А у меня пожалуйста, опять уберите таймер, а то меня тут разговорами отвлек. Дима, ты не хочешь просто прекратить страдания Англии и захватить ее? Зачем? Ладно. Пускай мучается. Я не кровожаден. Хочешь, я тебе дам право прохода, иди сам убивай с ядеркой. Я не буду, я ядерку просто кидать. А зачем его убивать? Блин. Я слишком жалок, чтобы на меня ядерку кидать. Если я захвачу Англию, я же буду целью номер один. Но в нашем лобби вармонгеров не любим. А куда там, кстати, эти полетели? 600, 500, 500? Еще парня что-то говорили? Серьезно? Космо. У нас тут вообще-то война. Ну так, минуточку. Ну, я не понимаю, почему у вас война, и вы читаете? Или нет. Если вы это не читаете, то это еще хуже. Он в одном городе только читает. Англия читает, Португал читает... А Майя не читает, парни. Майя 519 без чтения. Тудок. Ну так, меточку давайте на ядерки. Так, вот здесь рабочего тоже надо. Никто не нашел кого еще, нет? Нашли. Вильгельмина предложение. Ну-ка. Надо писать у меня встречное предложение. А, ну это да, это нормально. Короче, блин. Туризм в этой игре я бы не достижим. Туризм в этой игре? Ну надо убить соседей всех, тогда достижим. Ну не знаю. Соседи убиваешь, потом тебя все... Корея предложение. Предложение, да, также еще Франция. И Жан предложение. Вань, тебе может алюминия? Я не против, давайте. Ну давай цену.
А, блин, денег нету. Нету денег, нет. Денег нету, мы, да, к сожалению, денег нету. Меркантильные бутылки. Стандарт, это скорее тоже предложение. Ну, знаешь, мне тоже алюминия много не дали. Блин, ну где мне этого... это... Нет, нет, но вы держитесь, да? Классическая. Классическая, да. Главное, хоть хотя бы в теории было бы хоть какое-то место, где могло бы быть. Так нет. Так а разве между вами не горы? Между кем? Я еще и сахар тонул. Прекрасно. Вот. А почему ходить нельзя? Хвост завис. Не, все нормально, все уже. Я могу ходить. А я не могу ходить. Стоп. Меня... О, вот, подождите, слава, пожалуйста. Блять, у меня... Я извиняюсь за мой французский. Причем самые сочные караваны у меня в Англии, кстати. Потому что не морские, конечно, но... Ну вот... Спасибо, Мэна. Пожалуйста, за что? Ну ты завис, и я в итоге потерял армию. А ты виноват, Сыча. При чем здесь вообще я? А, неважно. Ну ладно. Нет. Француз, ты можешь культурный дать. У меня уже. А? Печально. Блин, не долетает. Там это двадцатка, это понятно, почему тогда. Да. Ну просто ты теряешь и производство, и все остальное. Не знаю, в этом городе-то. Чисто город на задачу дали. У меня все такие. Какие? В сдачу. Ущербные. Ну тебя еще и прицепило. Вьетнам предложение. Страшно. Сильное. Так, 8-4. Благодаря твоим деньгам я сейчас могу построить себе чудо. На здоровье. Давайте меньше мощи при поражении теряют. Получается, спонсируешь своего победителя, своего оппонента? Почему он мой оппонент? Он мой партнер? Ты же в любом случае меня можешь ядер... А, или ты говоришь, что я его оппонент? Ты его спонсируешь, ты его оппонент. Вы оппоненты друг с другом. Вы не в одной команде, вы не в Тимберсах уже. То есть мы не должны торговать? Нет, почему? Просто я намекаю, что ты деньги дал своему партнеру. Ой, я не дал, я торговлю, он мне продал товары. Спонсируешь, получается, его. А ты неплохо. А да, я в дипломатии. Всегда у меня. Короче, приноси уже ядерку и кидай в меня. Я сейчас, блин. Сам выходи. Сейчас объявлю войну тебе.
Ты обещал, объявляю тебе войну, ты кидаешь... Я до сих пор в душе не представляю, где ты. Я уже везде плыву и ищу на всякий случай тебя. Не могу найти. Я тут не могу пусковую шахту построить. Ну, ёперный поперный. Геотермал, ничего этого из этого не надо мне. Спутники, наверное. Мы без термоядер, поэтому я сюда не иду, хотя там, возможно, она ведет дальше куда-то. Так, мобилизацию надо открыть, это точно. Жалко, строителей нельзя перебрасывать. Великих людей. Так, ну кажись, тут больше пока нету. Фух. Таким жуликом надо цеплять руки. Спасибо большое. Так, сколько у нас два хода? В принципе, так раньше делали. Ну, я буду в этих городах, наверное, в Поленке нету смысла. Может, аэродром построить пока? Зеленая граница-то есть, Майя, да? А, нет, это Португал. Господи, где Майя-то? Ну, я за Португалом. Нан, ты видишь мой город? Ладно, я тебе секрет открою, ко мне не проплыть. Там, где не проплывем, там пролетим. Ты что, уже летишь прям? В смысле? Да, блин, это на самолетах, в смысле, перелететь можно, я это имею в виду. Куда не лечу еще? Так, продолжим исследовательские гранты, что ли? Помощь подоспела. А! Сейчас вы там сильно воюете. Угу. Не, мы так перестреливаемся. А если они оба себе при этом читают проекты, ты видишь, по 600 науки сидят? Ага. Если они не читают? На двоих военки меньше, чем у Жуана. Угу. Жуан, не хочешь их забрать вообще с пыли? Ну, у Жуана, я думаю, это флот, скорее всего. Ну, вообще непонятно. Снова Вильгельмину с флотом можно забрать вроде. Да, можно. У него есть там города. Три города? Ну-ну. Ну, я же сказал, города. Города есть. В чем проблема? Мне кажется, забирать надо будет того, кто первый космопорт построит. Угу, согласен. Обычно у него ядерки летят сразу. Ну, я все еще ставлю на русского, конечно, как хотите, но я считаю... То есть он сейчас нафигачит себе ядерок, чтобы, ну, действительно, все уверены. Потом космопорты просто и все. Я думаю, что он пытается культуркой. Ты какой культурой? Не, вообще, культуры уже все. Культуры тут без шансов. Не знаю, я когда культурой на 170-й ход победил, так что я бы тут... Ну, это для этого у тебя хоть сейчас что-то должно быть, когда у тебя 17 из 165... Не, ну да, у меня просто было 800 веры, я каждый ход покупал по руке.
протяжение Франции. Беру тут лес, тут два заряда у него, может, и лес убрать, и... Так, я думаю, что мне эти лошади не нужны, я их даже апать не буду. Блин, ну... Мысл. Как-то такое... Могу больше заплатить. Это только зря тратим содержание. Ого! Не меня, ты меня весь забираешь. Ну... А это даже всего-то десятая часть твоих. А он тебе нужен? Конечно нужен. Ну тогда ладно. Соседа. Понял. А ты соседи военные? У меня соседы в самолетах. Соседи опасные люди? А кто это соседи, ну? Да, блин, и не убил. Булочка. Булочка и Майя. А ты их видишь? В смысле видишь, что мои... Ну, что я... А, ну вообще да, можно было... Видишь соседей. Можно было и так. Так, с кем-нибудь поторговать я могу? Могу. Нефрит я, по-моему, у кого-то уже беру. Проверка. Нет. Да. Дед, предложение. Че? Говорю, кто ж круглосветку сделает, если не Англия? А, это самая Англия. Да-да. Франция, предложение. Так, тут мы откладываем, потому что сейчас будем сразу ядерки строить. Все, откладываем. Ну, вот здесь можно что-то строить, потому что у меня только пока, ну, на три ядерки будет. Одну я начну в этой городе, другую в этом, в городе, третью в этом. Типа, а тут тоже 72, города. А тут 91, слушай, я тут даже отложу. Подожди. Так, здесь у нас... Сейчас карточка, новый курс. Давайте морской порт. Да, в одном городе только такие. Морской порт. Ну, ты... ну а все вместе заставка. Конечно, у меня ни один шпион не сработал сегодня. Хитрого. Давайте из столицы. Это мне сейчас так, а что так подложить? Бомбардировщик раненый такой? Нет. Ну ты же у меня все, там, что можно, выбрал. Я как бы уже больше не на что. Ну вот сюда. Просто, блин, у него зенитка, правда. Я не знаю, там целая простыня от меня требовала. Один ход пропустил, ребята, сорян. Ну, собственно, ничего особо не происходило. Честно, я бы поставил пусковую шахту. Конкретизируй, пожалуйста. У которого большая душа. И купил истребитель, чтобы засвечивать. Зачем ты собираешься улетать? Поставил шато, у меня под ним появился. Представляете, как было? Ядерка. Поставил, говорю, шато, у меня под ним уран появился. Ничего себе. Дарил, что это за современные танки у Аншана? Армия современных танков. Стоят. Ты их только что сделал тут. Ну да, они до этого... Говорит, стоят там, вот прям сейчас, при мне. До этого они 10 ходов стояли обычными танками. Что ты из нас, Алексей, тоже чувствуете, да, этот подозрительный звук? Запах. Я имел в виду. Почему у вас такие караваны дешевые ходят, а? Карточку поставь. У меня будут хорошие караваны. Так в тебя они идут, блин, по 1 сигналы. Нифига себе, это мало. Но в Португала кидаешь. Конечно, мало. Португал у меня не открыт. В смысле, не открыт? Почему? Ну дойди пешком, там уже далеко.
Еще мне делать, нифиг еще ходить куда-то. Такие вещи ты, конечно, не говоришь. Он у него тут в городе сидит, он мне не задействован, так бы он перехватывал бомбардировщика, он просто внутри города находится. Что-то Англия с Финикией грустят. Где-то там вырвался. Да, он нормально, почему грустит-то? Ты, наверное, у нее территорию отжал. Что я опять сделал? Ты, наверное, ты у него, наверное, территорию отжал. Рыбацкое судно. Пищу, ну. А ведет все это куда? Помогло вернуть территорию его. Я бы не помню. Мне нужно ОБР открыть. Тут, кстати, зря так сделал. Все, теперь это на грандаше у деда. Дед занес в особый черный список. Что-то мне бомбардировщики русского абсолютно мне не нравятся. Тебе можно не переживать, солнышко. Какие у вас высокие отношения? Третьего уровня союз, по-моему. А нет, только будет. Ну так что, как думаете, кто на кого там нападать будет, что? Я думаю, что нападать начнут тогда, когда кто-то первый этот улетать начнет, как обычно. Ну конечно. Там русские активно этим занимаются. Чё, да, чё опять русские? Ну, серьезно. Ещё никто ничего не начал. Так, а ракетостроение я, Дарвилл и русский только открыли? А, и француз еще. А космодромы кто-нибудь строит? Да. Я не строю. Ну, португальца я не вижу, да. А что ты, португалец, строишь вместо космопортов? Ядерки. Я тоже ядерки строю вместо космопортов. А много у вас уже ядерок? Они у меня по два хода строятся. А урана у меня 4. Так что... Сколько 4 у тебя города в минус по довольствию? Есть просто уран, только один. Сколько? Ты ж под карточкой, наверное, строишь, нет? Да. Но у меня все равно я выровнял. Фига, ты жесткий. Так, ну я сразу сейчас Тилбург и Гаагу. Ядерной войне готов. Да вы прикалываетесь. Ладно, тогда чисто этот Тилбург. Что, в смысле уже полетели ядерки? Где, куда, кого? Серьезно? Я просто звука не слышал. А я тебя не вижу. Это от Лёши? Это не ядерка, это бомбардировщики. Ну а что мне делать? От кого? Нет, это логично, все правильно, да. А это почему? Так, он вот эту апнул, значит, можно кидать сюда. За что ты его? Ну, за бесконечную войну, за что? Ты его захватывать, то есть не будешь? Нет, как я его могу захватить? Я не могу его захватить. У вас тут дуэлька, не обращайте внимания. У нас тут это, да, местный. Разве? Я себе только с подключением третьей стороны в плане ресурсов. Эй! Я же говорю, я могу тебе брать ресурсы, если я буду делать. Я думаю, ты одна ядерка. Ты чё? Ядерка? Я заражение не вижу. Блин, ну смотри внимательно. А почему не надо у всех нока просела?
Читать не воюет. Да, читать перестали просто все. Не знаю, ни разу не читал. Молодец. Слишком сильно, мы знаем. Надо тебе еще далеко. Не, надо тут открывать. Мне больше не современные танки нужны, а современные бомбардировщики. Со всех стран. А вот моего еще не было, цени наши. Так когда с тобой дошли, мы с тобой сразу начали союз заступать, так что тебе было бы сложно меня кинуть. Ну да, пускай португальцы. У меня тут есть чем заниматься, что я буду... Пора, походу, караваны в тебя пускать, это топ. Так, у нас Рейна была в Поленке. Кто-то ее оттуда выкинул почему-то. И, наверное, давайте Пингалу на гранты. Чем нам эти... Как это по-французски? А? Ладно, не буду под видос. А что опять русские? Чем здесь русские? А я слышал возвращение по-русски, я думал, как обычно, я и новое что-то. Кирилл, как это по-французски? Что-то поехало. Нет, я про пиздюлицы. Если тебе дословно нужно было, что я имею в виду по-русски. Вот. Нафига я убрал? Я ГГшку новую. Истребитель, кстати. Молодец. А, кстати, если ты сейчас спутник запустишь, я впереди тоже карту увижу. Мы же с тобой союзники. Кто там запускает карту? Я думаю, тот, кто ведь запустит спутник, увидит этот зеленый. Конец света, да. Ну попробую сейчас сюда кинуть, вдруг пройдет. На этом пока все. Спонсоры канала Продолжение могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества, для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас.